Катя, которые отнялись. Клёпа и Катя. И Маша. Маша, Мася, иди сюда. Маша. Маша. Не хочет заходить. Женщина в домике ждет, а там принципиально она. Так общается вообще? Да. Фырик. Здесь находится, когда можете. Это Гомер, Артур, Рамзес и Лорд. Их вылечили, они почувствовали себя хорошо и получив, ну, в 2008 году появилось первое потомство, это два пацана. В 2009 году появилось второе потомство, это вот Клёпа и Кассандра, которых вы сейчас в данный момент видите. Чувствуют они себя хорошо, прекрасно. That allowed us to bring our population in the Russian Far East from about as low as 50 animals in the middle of the last century to about 300 by the end of the 80s. And now, for the last 20 years, we have a more or less stable population at the level of 400 to 500 animals.